Всем доброе утро. Сегодня 19 января 2024 года. И мы смотрим, это самолет летит там. Мы переехали и теперь живем недалеко от аэропорта. Хочу вам показать рассвет. Солнышко скоро встанет. Город просыпается потихоньку. Там уже пожарная куда-то торопится с самого утра. Вид, конечно, у нас шикарный на новой квартире. Вы только посмотрите на горизонт. Рассвет. Солнышко встает. Начало нового дня. Вот так у нас встает солнышко. Полумгла перед рассветом. Спит весь мир, глаза сомкнув. Вдруг восток забрезжил светом, снов спокойных не спугнув. Солнце выплыло над морем, загорелись облака. Новый день наступит вскоре, потечет он, как река. Ото сна светило встало, небо золотом залив. Ярким светом засияло алой утренней зари. Очарована восходом, околдована красой. Дня нарадуюсь приходу с неизбежной суетой. Стих взят с интернета Сергеева З. Рассвет – это раннее утреннее время, предшествующее началу восхода солнца. А вы давно встречали рассвет, любовались восходом солнца? Конечно, мы все заняты и порой не наблюдаем такие великолепные моменты. Я очень давно, живя в мегаполисе, окруженном многоэтажками, практически нельзя увидеть, как встает солнце. А теперь, когда мы переехали, из нашего окна на горизонте небо встречается с морем, Ирландским морем, которое расположено между островами Великобритания и Ирландии. Восход солнца или утренняя заря – это начало нового дня. Это великолепное зрелище. Волшебное зрелище, которым можно любоваться долго, пока не взойдет солнце. Вот и солнышко встало. Начало рабочего дня. Всем желаю отличного настроения, добра, а также плодотворного дня. Сегодня пятница, а значит, впереди ждут выходные. Давно не снимала моих собачек, так что оставайтесь и смотрите на моих любимец-красавиц. Вот наша Ивка. Завтра мы едем на небольшую выставку, ну не очень значимую, так, просто себя показать. Ивка сегодня отдыхает. Вчера ушки намыли. Тренировки, правда, забыли. Ну, ничего, как съездим, так съездим. Греется на солнышке. Ай, кто это греется на солнышке? Вот какие у нее уши выросли. Очесы на ушах. Цвет такой яркий. Ивка, кто это отдыхает? Классно тебе, тепленько. А вот и Кира пришла.
Девочки хотят на солнышке погреться. Ложись, Кирочка, ложись, моя девочка. Скажи, Ивку показывайте, а меня забыли? Ай, забыли такую красавицу. Ты сама себе напомнила. О, да, девочка, Кирюша. Вот смотрите, вот смотрите, лавку мне дает. Ой, девочка. Ивка там на заднем фоне спит уже, на солнышке засыпает. Кира, эй, девочка твоя, грейся на солнышке. Ивка, чемпионка. Получим завтра звездочку? Или не получим, или просто так съездим? Ну, это Кира, ей уже 6 лет, да. А Ивке нашей 2 годика. Ивка, подними ушки. Ифа. Ой, как хорошо, солнечная сторона у нас тут. Поспать можно. Позагорать летом на балконе можно будет. Ивка, Ивка, ушки какие у тебя длинные, вот какие. Какой у нас ошейник у Киры. Всем огромное спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Вот такая у нас отличная погода 19 января стоит. Прохладно, ветрено. Ночью был морозец, минус 3. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всем пока-пока.